Палата Республики Законодательного Собрания также рассматривала сегодня вопрос парламентских вакансий. Вернее, одной вакансии в Совет Федерации России, поскольку другое место за председателем правительства Карелии Виктором Степановым. Сложность ситуации состоит в том, что у нас в Законодательном Собрании две равноправные палаты, а стало быть и два председателя. Кому из них быть членом Совета Федерации, вот в чем вопрос. В конце концов, было принято Соломоново решение. Пусть каждый из них по очереди поработает на этом почетном месте, а кто первым поедет в Москву, будет решено на совместном заседании обеих палат 27 декабря. Второй вопрос касался окончательного принятия закона о защите прав детей, который был принят с весьма существенной поправкой. Мы хотим этим законом как можно более в короткое время оградить, защитить детей от родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей или являются пьяницами-алкоголиками. Как мы это защитить? Закон запрещает, только решить родительские прав можно через суд. Но этот процесс очень длинный. Поэтому мы сегодня вот ведем разговор о том, чтобы дать возможность главе местного самоуправления, главе администрации, самостоятельно решать вопрос до того, как суд примет соответствующее решение.